Наше государство единственное государство в мире, которое приняло этот закон. Я думаю, нашим депутатам нужно набраться храбрости и признать свою, как бы, ошибку. Это сильный удар по казахскому кино. Казахфильм только начинает подниматься, у него только начинаются какие-то обороты. Как люди будут узнавать об этом кино? Не у всех есть возможность сходить в кинотеатр, посмотреть фильм. И казахфильму на данный момент сейчас выгодно распространять свои копии через интернет, для того, чтобы люди узнали наших новых режиссеров, наших новых актеров, кто они. Для их, как бы, развития тоже. Какой-то очень странный закон. Какое развитие, если нельзя получать информацию, которая находится в открытом доступе? Нам просто закрывают доступ к знаниям, к развлечениям, к какому-то саморазвитию, наверное. По заявлению правообладателей контент со стороны трекеров удалялся. Поэтому что изменится от того, что будет это делать интернет-ассоциация Казахстана или сами владельцы стран-трекеров, пока не очень понимаю. Там и так следят за этим делом. Если кто-то заявляет, ролик удаляют, вот и все. Я думаю, что решение не в том, чтобы искать возможности применить цензуру в интернете или думать о том, как блокировать доступ ко многим вещам. В первую очередь, это абсолютно безнадежно. Интернет так не работает. Акта поддержит крупные корпорации и используется их лоббистами. Главным образом, американскими корпорациями. Америка экспортирует свои законы в целый мир, и они чувствуют, что им принадлежит интернет. Леди Гага и Риана, которые имеют более 2 миллиардов просмотров только на YouTube, лидеры по просмотрам из исполнителей, но вы представьте, вот они в один момент скажут, не качайте, качайте только за деньги. Что это будет? Это идиотизм. Их качают, и благодаря этому их популярность такова, что они зарабатывают огромное количество денег.